Друзья, всем привет! У меня к вам небольшое обращение и такая же просьба. Дело в том, что в данный момент все чаще лезут новости о замедлении и возможной блокировке YouTube. Я признаюсь честно, не знаю, к чему это приведет, но если вам нравятся мои видео и вы пока не хотите прощаться, то в описании я оставлю все ссылки на свои альтернативные источники. А именно, я также буду выкладывать свои видео на Рутюб, платформу и Бусти. На Бусти я буду выгружать в открытом доступе цензурный вариант видео, ну а для спонсоров вариант без цензуры. Ну и конечно же у меня есть Телеграм, где я держу в курсе последних новостей канала, последних новостей своей жизни, да и просто стараюсь со всеми общаться. Так что попрошу заглянуть в описание и подписаться на любом удобном для вас варианте. Всем заранее спасибо, всех люблю и как обычно я пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока!